Добрый день, с вами Империя Пикчерс. Сегодня покажу вам, как нарисовать капхеда маркерами. Если вас интересует тема рисования, то внизу по ссылке в описании вы найдете множество других курсов и наше заочное обучение. Заходите, обучайтесь вместе с нами. Рисовать будем в нашем классном скетчбуке Империя Пикчерс. В наборе у нас есть непромокайка для маркеров, который мы подкладываем под листочек, чтобы у нас ничего не отпечатывалось. Берем карандашик мягкости B и начинаем намечать силуэт капхеда в формате листа. У нас на этом этапе нужно, чтобы все вместилось. По бокам было примерно одинаковое расстояние, снизу оставляем чуть побольше, чем сверху. Намечаем сверху такую чашечку, потом живот в виде овала. И ноги. Ножки будут у нас довольно крупные. Также сверху у нас будет трубочка. Тоже ее наметим. Аккуратненько по форме. Вот у нас готовы основные линии, основные объемы взяты, и мы можем начать прорисовывать все. На трубочке можно наметить сразу полосочки. И прорисовываем чашу более подробно, уточняем линию, надавливаем на карандашик чуть посильнее, верхнюю линию проводим, она будет идти дугой. Лишние линии можно убирать ластиком. С правой стороны прорисовываем ручку. Придаем ей небольшую толщину. Ластиком подправляем ее. Слева начинаем намечать глаза. Центр будет немного смещен влево, потому что у нас вид сбоку. Прорисовываем глазки, затем зрачки в них. Оставляя там такие выемки треугольные. Затем мы намечаем округлый носик и ротик с ямочкой на щеке. Далее мы наметим ручки. Они у нас будут вот такими вот дугами изображены. Намечаем с двух сторон. Они будут у нас так вот примерно одинаково на поясе располагаться. И где-то на этом уровне у нас будет проходить верхняя часть штанишек. Затем мы делаем округленький животик и снизу добавляем шортики, штанинки. И от них уже начинаем прорисовывать ноги. Тоже ноги будут идти дугой, иметь небольшую толщину. Здесь нам нужно будет прорисовать сам ботиночек. Очень такой у него округлый нос. Крупные ботинки. Рисуем подошву по низу. Далее переходим ко второй ноге. Она будет немножко в другом ракурсе, и нам видна будет нижняя часть ботинок. Намечаем подошву, ее ширину по краешку. И далее прорисовываем нос округлый, вот такой. Все соединяем. Пяточка будет на подошве немножко выступать. Левый ботинок будет уходить за ножку, прятаться там за ней. Ну, в общем-то, рисунок у нас готов. Мы ластиком убираем все лишнее, подправляем, где нужно, детали. Затем берем черные линии и обводим карандашный контур аккуратно. Пока вы это делаете, вам напомню, что в нашей художественной школе открылось заочное обучение. Теперь вы можете не просто рисовать красивые картинки дома, а получить дополнительное образование в области изобразительного искусства и сделать свое любимое дело своей профессией. Ссылочку на заочное обучение вы найдете в описании к этому видео. Там же вы можете зарегистрироваться на бесплатные 7 дней. Заходите и обучайтесь вместе с нами. Стираем ластиком карандашик и приступаем к работе цветом. Мы возьмем для начала оттеночек такого светло-бежевого оттенка номер 134. Закрашиваем ноги и чашечку, не трогая глазки. Далее берем красный оттенок номер 4. И мы закрашиваем носик, оставляя там небольшой белый блик сверху. И также шортики. Затем полосочки на трубочке через одну будут красными тоже. Далее возьмем оттенок цвета номер 169. Внутри штанинки закрасим, а также подошву
башмачка, который на нас развернут. Аккуратненько, это такой серовато-зеленоватый оттенок. Также мы его будем использовать на подошве второго ботинка. Здесь вот на подошве. Теперь возьмем цвет номер 107 и закрашиваем им верхнюю часть ботиночек. Теперь цветом номер 120, это черный цвет, сделаем зрачки глаз. Аккуратно их обводим по форме и потом закрашиваем к центру. Второй глазик точно так же. Но еще этот цвет будем использовать на руках и теле, верхней его части. Теперь возьмем белый цвет и добавим завершающие штрихи. Это будут блики на носу, на шортиках, на ручках, на груди, на животике, на второй штанинке, на башмачках можно немножечко вот так вот блики добавить, на свету по левой стороне. В хаотичном порядке можно использовать и двойную линию тоже. На трубочке добавим блики. И вот такой Cuphead маркерами у нас с вами получился. Присылайте ваши результаты к нам в Instagram, мы с удовольствием их посмотрим и опубликуем у нас на странице. Ссылка на Instagram находится в описании к этому видео. Напомню, что рисовали мы в нашем классном скетчбуке Империя Пикчер. Найти разные виды обложек вы можете в нашем магазине на Wildberries. Ссылка в описании к видео. И на этом я прощаюсь с вами. Не забывайте поставить лайк, написать хороший комментарий и подписаться на наш канал. Всем пока и до новых встреч!